В столице завершился 6-й съезд глав муниципальных образований республики. Руководители территории подвели итоги работы за прошлый год и утвердили планы на 2017. С 15 по 16 год мы работу провели по благоустройству, по подключению частных домов. За 2 года мы подключили 16 домов. Из них 4 у нас ветерана тыла подключились к теплу. Это радует.